Всем привет! Мы сегодня находимся на осеннем фестивале в церкви Розвелли Ленс Чорч. У нас тут было массу поделок. Тут это шарится. Мясо! Главный мясный шаурмышник жарит. Булочки и мясо. Харьков сделал этот день. Молодцы, харьковчане. Нация вами гордится. Я говорю, молодцы, харьковчане. Тут у нас очень много еды. Сейчас будет еще попкорн, сладкая вата. Куча всего. Очень много еды. Давайте я вам покажу. Еда. Столы. Там у нас отбагрин. Тут у нас спортивные игры. Там у нас горки. Тут у нас только что играли в волейбол. Сейчас всех обеденный перерыв. Короче, все очень хорошо. Классно. Встречание осени. Мне очень нравится. Дети ушатали горки. Это не может не радовать. Вот столько у нас всяких прикольчиков в нашей церкви. Слава Богу. И вообще еда не нужна. Никто сладкую вату. Там у нас место сидушками на солнышке, кто хочет позагорать. Короче, очень круто. Слава Богу, за этот день надо не забыть. Люди насыпают себе еду. Скоро у нас будет сладенькое. Много всего. Моя Альбина патриотична. Одесса и Харьков сделали этот день. Так, надо себя показать. Вот она я. Ветер сегодня такой очень сильный. Класс. Да, сделаем сладкую вату. Ой, все, Никита. Никита, ниже опускай, что ты делаешь. Никита, крути. Волшебное превращение сладкой ваты. Вкусно? Класс! Погода просто слава. Очередной квест. Я это делаю коптейки. Украшаю. Украшаю, делаю красоту красотенькую. Where do we put? Посыпочка надо. Вот, смотри. Вот посыпочка есть. О, какой красивый. Хватало? О, вау. Самые маленькие повара у нас. Самые маленькие повара. Очень красиво. Класс. Ух ты, какая красивая штучка у тебя, да? Молодец. Дети не вылазят с горки. Нас играют в баскетбол. Тут лакшери валяются, отдыхают. О, мой муж. Шикарно. Те, кто больше всех устали. Вся Америка говорит вам спасибо за то, что вы делали шашлык. Витащо. Аллилуйя. Витащо. И Виталику тоже спасибо.